Повидать родных и близких, отправиться на вахту, с этими и другими целями добраться до Крайнего Севера вскоре станет намного удобнее. В январе 2015 года из Оренбурга через Орск отправится первый пассажирский поезд напрямую до Нового Уренгоя. Группа вагонов от Оренбурга до Нового Уренгоя это составляет 10, 4 плацкартных, 6 купейных вагонов. Из Орска до Нового Уренгоя 4 вагона, вторая группа, это значит 2 плацкартных, 2 купейных. Первый раз состав будет отправляться 27 января в 7 часов 35 минут московского времени. В пути будет следовать 58 часов по времени. И в Новый Уренгой он прибудет в 16:40 московского времени. Впрочем, на пути следования состава будет и ряд других крупных остановок – в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Пурпе. Так что теперь не придется добираться до северных районов страны с пересадками в Челябинске или Екатеринбурге. Утомительные ожидания следующего поезда останутся в прошлом, чему без сомнения рады пассажиры. Это он туда будет и отсюда без пересадки уже, да? Ну, конечно, так удобнее будет, намного. Чем вот там Свердловск, там 10 часов ждать. Добавим, что стоимость места в купе до конечной станции в Новом Уренгое составит 5962 рубля. И 3255 рублей будет стоить поездка в плацкартном вагоне. Пассажирский поезд будет отправляться раз в 4 дня, начиная с 27 января. Александр Сергеев, Игорь Бероев, Новости дня.